Всем привет! Сегодня мы сделаем из одного шарика английскую букву J. Накачайте любого цвета шарик, оставляя сантиметров 12 хвостик. Завяжите кончик шарика. Ну а теперь делаем первый мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь и замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Теперь делаем второй, примерно 15-сантиметровый пузырь. Затем делаем третий мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь и замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Давайте сделаем четвертый, примерно 5-сантиметровый пузырь. Затем делаем пятый мягкий 3-сантиметровый пузырь, замыкаем оба конца пятого пузыря в один замок. Теперь делаем шестой, примерно 3-сантиметровый пузырь. Затем делаем седьмой мягкий 3-сантиметровый пузырь, замыкаем оба конца седьмого пузыря в один замок. В общем-то, мы уже сделали букву J. Давайте поправим все пузыри в нужное положение. Можно ножницами обрезать остаток шарика, завязать конец, спрятать его между пузырями скульптурки. Вот так. Теперь я воспользуюсь нитками, чтобы зафиксировать пузыри нашей скульптурки в форме буквы J. Нам нужно просто обмотать нитку вокруг маленьких пузырей по краям скульптурки. Этими же нитками присоединяем буквы в слова, а затем можно липкой лентой прикрепить слова к стенке или к потолку. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Веселых вам выкрутасов!